Пинские велолюбители не остались без внимания. Уже в воскресенье, в День молодежи, состоится открытие велодорожки. Новый элемент совмещен с тротуаром, выделен соответствующей дорожной разметкой и знаками. Теперь велосипедисты имеют преимущество на специально предназначенном для них участке. Протяженность этой велодорожки 1,5 километра. Расположена она по улице Брестской от пересечения с Черняховского до улицы Корбута. Через каждые 10 метров обозначено направление движения. Согласно правилам ПДД, велосипедисты должны двигаться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии по крайней правой полосе проезжей части. Управлять велосипедом при перемещении по дорогам разрешено лицам в возрасте 14 лет и старше. Запрещено управлять технически неисправным транспортным средством, двигаться, не держать за руль и перевозить пассажиров старше 7 лет. Пешеходам следует знать, что велосипедисты на такой дорожке имеют преимущество, поэтому не стоит создавать им препятствия. В будущем также планируется обустроить велодорожки вдоль улицы Первомайской после ее реконструкции, а также вдоль проспекта Желтовского и улицы Достоевского.